Всем привет! Я хочу показать самый лучший способ для ловли грызунов, крыс, кротов, хомяков. Запомните, самое главное, следует строго придерживаться правил, чтобы не учуяли запах человека, иначе все будет напрасно. Будет ловиться только молодняк. Чтобы поймать взрослые особи, вам необходимо очень хорошо натирать отрубями руки, капкан, кастрюли, чтобы не было ни малейшего запаха, иначе все будет напрасно. Это способ самый наилучший, и ваши животные будут в безопасности, кошки, собаки, там капкан не поймается, и от отравы не отравятся. В общем, мы берем, натираем руки хорошо отрубями, натираем капкан, кастрюлю, чтобы ни малейшего запаха не было. И после каждой ловли грызуна дезинфекция обязательная, ну и натирайте, чтобы не был запах. Устанавливаем в кастрюле капкан, я его привязываю капроновой ниткой, ну можете проволокой. В общем, посыпаю корм, ну я использую всегда в основном это кукурузу, и хомяки, и крысы, и кроты ловятся. В общем, и у знакомых, знакомые тоже таким способом выловили. И у родителей я там выловил. Живу возле озера, у меня периодически грызунов хватает, выловишь, они опять появляются, и как бы люди живность держат. Поэтому борьба, можно сказать, постоянная. Потом беру это дело, накрываю крышкой, придавливаю кирпичом, все, ловушка тут так вот таким способом готова. В общем, грызун залазит в эту щель, там соответственно ловится. В любом случае он поймается, за лапу, за хвост он поймается. Это способ безотказный. Установите 3-4 таких ловушек, и вы грызунов, вам обеспечен успех, выловите. Ну, побольше вам отлова. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, пока.